Я, конечно, все понимаю. Работа работой, но как-то в таком вот виде не особо загорается. О, теперь другое дело. Одного только не хватает. Как будто действительно на море приехала. Вот и я свой пляжный сезон открыла. А вы? Пару месяцев назад. Здесь? Да. Ничего себе, никакие курорты, да, не нужны? Да, зачем, здесь хорошо. Вода чистая? Да. С 85-го года я конкретно на этом пляже только и загораю, и отдыхаю. Тем более последние годы пляжи облагородились, стали очень комфортными и удобными. Фотографии красивые уже сделали? Нет, не делали, потому что нужно следить за своим купальщиком. Хотите сначала хорошо загореть, накупаться, да. И потом уже... А потом красивые фотографии с загаром. А если вы до сих пор не искупались в солнечных ваннах и не совершили заплыв до Буйков и обратно, не расстраивайтесь. У вас еще есть поллета и 5 оборудованных белгородских пляжей. Пескарьер, Центральный, возле УСК Светланы Хоркиной, на улицах Речной и Донецкой. На которых, кстати, фотографии получаются не хуже, чем на Черноморском побережье. Да какие там фотографии? На белгородском курорте целый клип можно сделать. Но сильно увлекаться нельзя. Делая очередной кадр в водоеме, который взорвет ваши соцсети миллионом лайков, не забывайте про безопасность на воде. Нельзя купаться в нетрезвом состоянии, приносить на пляж алкогольные напитки и заплывать за буйки. Запрещены купательные плавсредства, потому что матрас, круг не является сертифицированным плавательным средством на воде. Много нарушений выявляете? Нарушений? Да нет, немного. Люди ведут себя адекватно, с пониманием относятся к нашей работе. Все-все, фотографии и видео на год вперед уже сделали. Теперь надеваем кепку, а то еще солнечный удар схватим. Так-так, вижу, что у вас уже носы начали обгорать. Обязательно мажемся СПФ кремом. Теперь можно дальше отдыхать. Катя, твой отпуск уже закончился. Пора на работу. Вы можете смело отдыхать на любом из оборудованных белгородских пляжей, пока для вас будут искать и снимать новости Екатерина Скляренко, Денис Бабков и Белгород Медиа.